В эфире Первого Карагандинского новости, в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Более 680 миллионов тенге планируют получать в казну от нового завода по производству патронов. В областном суде оглашено постановление апелляции по делу Серика Ахметова. Лампочки, срок действия которых около 11 лет, теперь будут доступны и жителям Карагандинской области со значительной скидкой. Обо всем по порядку. Уже в конце следующего года в Казахстане появится собственный завод по производству патронов. Объект будет построен в Караганде. В строительство завода и техническое оснащение будет вложено более 24 миллиардов тенге. Также известно, что ежегодно завод будет давать прибыль в казну области свыше 680 миллионов тенге. Подробности вы узнаете в следующем сюжете. Стратегический объект будет располагаться за Майкудуком на территории специальной экономической зоны Сыраарка. Он займет площадь более 14 гектаров. Завод позволит оперативно обеспечивать патронами вооруженные силы Республики Казахстан. В год 25-летия независимости нашей страны и 80-летия Карагандинской области это, надо сказать, прекрасный подарок для всех жителей нашего региона. Данный проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства по локализации производства оборонного значения по заказу Министерства обороны Республики Казахстан. Проект реализуется компанией «КАЗ-технологии». Оборудование будет закуплено у канадской компании Water Bureau Farrell, которая на протяжении 165 лет является лидером поставок в самые разные страны мира. Выпуск продукции планируется к началу четвертого квартала 2017 года. Карагандинская область была выбрана в связи с тем, что традиционно население достаточно компетентно и в области металлообработки, близость сырьевой базы и, естественно, льготный режим специальной экономической зоны СЭС Сыраарка. Также известно, что будет создано свыше 160 рабочих мест. Завод будет выпускать патроны 4 калибров. Мощность производства составит 30 миллионов штук в год при односменной работе. Напомним, реализация проекта важна для всей страны. Лариса Хусейнова, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Продолжается подготовка к выборам. В регионе уже действует 788 избирательных участков. Охрану общественного порядка в предвыборный период будут блюсти около 2000 полицейских. Уже определены 353 места для размещения агитационной продукции. Подробности далее. Осталось совсем немного времени до дня голосования. Аким области Нурмухамбет Абдибеков провел итоговое совещание по вопросам подготовки к выборам. Глава региона заслушал отчеты всех служб. По информации начальника местной полиции Жалгасбая Жакаева, за каждым избирательным пунктом закреплены полицейские. Также в области ведется контроль паводковой ситуации. За всеми избирательными участками закреплены спасатели. Созданы 35 мобильных групп, то есть около 130 человек смогут оперативно отреагировать при возникновении ЧС. Они обеспечены техникой высокой проходимости и плавательными средствами. На контроле пожарная безопасность. На 27 избирательных участках есть нарушения. Отдельные 33 нарушения на 27 избирательных участков. По ним проводится соответствующая работа, мы ведем мониторинг постоянно. Проведено 833 инструктажа по пожарной безопасности с охватом 3384 членов избирательных комиссий. Распространено порядка 4000 инструкций по пожарной безопасности. В период выборов население будут обслуживать 30 ЦОНов. Они будут работать с 7 до 21 часа. Все центры оснащены интернетом и телефонной связью. Не будет перебоев и с транспортным сообщением. Автобусы и маршрутки начнут курсировать с 6 утра. Техника готова к экстренным ситуациям. Глава региона поручил чиновникам устранить все недочеты и обеспечить населению возможность беспрепятственной реализации конституционных прав. Кто-то может подумать, что все, что надо, уже сделали. Нет. Прошу всех коллег
не снимать со своих контролей все вопросы и не успокаиваться на этом. Надо подтягивать, вот сегодня было озвучено по линии ЧС, кое-что надо доработать, время есть, все это надо довести. Напомним, выборы состоятся 20 марта. Граждане смогут проголосовать в избирательных участках по месту прописки. Выезжающие должны добавить свои фамилии в список избирателей по месту пребывания. Аймамжина Олжас Габбасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Апелляционная коллегия областного суда изменила наказание Серику Ахметову. Ему снизили срок лишения свободы с 10 до 8 лет колонии общего режима. Суд учел то, что друзья и родные бывшего премьер-министра Казахстана погасили материальный ущерб в 2 миллиарда 255 миллионов тенге. Для других осужденных руководителей Караганды и Карагандинской области апелляционная коллегия снизила сроки наказания. Ранее на судебном заседании апелляционной коллегии адвокат Серика Ахметова заявил, что экс-премьер раскаивается и признает вину, что не досмотрел и допустил на территории Карагандинской области нарушение интересов государства. Сторона Ахметова полностью возместила ущерб в размере более 2 миллиардов тенге. Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 11 декабря 2015 года в отношении Мусаева Каната Шакировича, Жакенова Айдоса Габидуллаевича, Аскарова и Бахтагуль Топатаевны оставить без изменения. Этот же приговор в отношении Ахметова, Абдишева, Смагулова, Эсы, Тильгарина, Кисыкова, Искакова, Аминбетова, Дарибекова, Шалтакова, Айджанова, Мухамбетова изменить. Назначенное Ахметову Серику Нигметуллы основное наказание по статье 175 части 4 пункт Б снизить с 10 лет до 8 лет лишения свободы. Апелляционная коллегия снизила сроки наказания и для других осужденных бывших руководителей Караганды и области. Экс-акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву срок заключения снижен с 5 лет лишения свободы до 3, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных органах на 5 лет. Бывшему акиму Караганды Мейраму Смагулову окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы вместо 3, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах на 5 лет. А также, учитывая второстепенную роль в совершении преступлений и возмещении причиненного ущерба, личность, возраст каждого, семейное положение, а также состояние здоровья в отношении осужденных Абдишева, Тигварина, Дарибекова, Имбетова, Кисикова, Эсы, Искакова, Смагулова, назначено наказание в виде лишения свободы коллегия снизила. Другим осужденным Габиту Мухамбетову, Айдару Тильгарину и Ирлану Кисыкову исключили конфискацию имущества. У осужденного Мухамбетова супруга ждет ребенка. Айджанов в январь и февраль находился в больнице. С учетом семейного положения и состояния здоровья в отношении осужденных коллегия применила статью 63, то есть назначила наказание условно с испытательным сроком. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр City Mall. Третий этаж. Продолжаем выпуск. В Караганде прошла пресс-конференция, посвященная презентации дисконтной программы по повышению информированности населения в сфере энергоэффективного освещения. Как сэкономить на светодиодной лампе, вы узнаете в следующем сюжете. Дисконтную программу информирования населения об эффективном освещении представили программа развития ООН и Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан при финансовой поддержке Глобального экологического фонда. Рано или поздно будет изменение тарифов в большую сторону. Тариф сейчас имеет заниженное значение, поверьте мне, как специалисту. И в этом положительная заслуга государства, которое держит тариф всякими доступными способами. Как долго это будет продолжаться, как много это будет продолжаться, как длинно это будет продолжаться, никто не знает. Но мы должны понимать, что рано или поздно энергия будет догонять все остальные стоимости.
Основная цель программы – это повышение уровня информативности населения о светодиодных лампах. Большинство населения не знают о пользе светодиодных ламп и по-прежнему продолжают покупать лампы накаливания. В рамках программы жителям Караганды будут представлены возможность купить светодиодные лампы со значительной скидкой через купонный сервис «Чоколайф». В рамках этой купонной системы население сможет купить данные, те же самые светодиодные лампы с очень хорошей, могу сказать, скидкой, практически до 30%. Понять саму сущность этой светодиодной лампы, как она работает, что мы будем говорить о стоимости владения, о том, что покупая лампу, мы покупаем не только ее цену, но и покупаем ту электроэнергию, которую она потребляет. Люди смотрят на цену, однако следует взглянуть на стоимость владения. Если традиционная лампа накаливания работает около 750 часов, то срок службы светодиодной лампы составляет около 100 тысяч часов или 11 лет непрерывной работы. Главное преимущество этих ламп – энергопотребление, которое в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания, и в 3 раза меньше, чем у люминесцентных. И основное достоинство – это отсутствие в них токсичных веществ. Самым эффективным способом и как бы со стороны затраты является замена системы освещения. Вот как бы для Казахстана это очень важно, чтобы люди как бы понимали, что это нужно делать, нужно освещать, сберегать энергетические ресурсы. Для оповещения всех слоев населения в Караганде будут проходить различные флешмобы, акции, раздачи флаеров и листовок в крупных торговых центрах, продвижение в соцсетях. Акция продлится до 26 мая в 4 регионах страны – Астане, Алмате, Актобе и Караганде. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Водитель грузовой машины не учел габариты транспорта и порвал компенсатор на трубе отопления частного сектора в районе Пичугина 238. Сигнал об утечке воды поступил от одного из жильцов этого района. В течение 2 часов авария была устранена с помощью ТО «Теплотранзит Караганды». На работу частного бизнеса в районе это происшествие никак не повлияло. Жители не будут подавать в суд, решили этот вопрос полюбовно. Значит, теплоснабжение уже сейчас, в данный момент, восстанавливается. Свои мы починили задвижки, которые были оторваны от основной трубы. И сейчас начали заполнение тепловой сети с подачей горячего теплоснабжения жителям. Остается без отопления у нас 2 частных дома. Это та сеть, которая уходит именно на них. Частный сектор своими силами решает вопрос о восстановлении этой сети за счет средств того, кто сбил эту сеть. К другим новостям. Благотворительный обед был дан в областной мечети Караганды. Почетными гостями были представительницы прекрасной половины. Многодетные мамы, дамы преклонного возраста и известные женщины города. За обеденным столом собралось около 120 представительниц прекрасного пола. В непринужденной обстановке они обсудили наболевшие темы, говорили о предназначении женщины. Главная цель мероприятия – показать, насколько важна роль женщины в обществе. Особое внимание уделялось пожилым женщинам и матерям, ведь они, как никто другой, знают все о воспитании детей и как правильно создать и сохранить домашний уют. Мы проводим подобные встречи, доказывая, что женщина – это важная часть общества. Во всех мечетях области существует программа «Иманды Айель», помогающая нуждающимся женщинам Караганды. Наша задача – дать правильное духовное воспитание женщинам, ведь они воспитывают будущее поколение страны. Асимгуль Жакыпова воспитывает 7 детей. Живут они большой и дружной семьей на съемной квартире. Самому старшему 22, а самому младшему всего лишь 1,5 годика. Ни в чем не нуждается. Но мечтаем о своем большом доме, говорит женщина. Недавно Асимгуль Жакыпова стала обладательницей почетной награды «Алтын Алка». Я благодарна всем. Спасибо, что пригласили. Ежегодно благотворительный фонд «Зикет» оказывает финансовую помощь, а также привозит продукты и одежду. Желаю, чтобы было больше добрых людей. Я уверена, что мои дети вырастут достойными людьми. В конце мероприятия имамы мечети сказали слова напутствия и пожелания всем пришедшим гостям. Асер Сазамбаева, Тулеген Рашидов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Женщина. Как много в этом слове. Именно об этом рассуждали студенты вместе с опытными искусствоведами. Круглый стол прошел в областном музее изобразительного искусства.
В искусстве существуют вечные темы. Одной из них является тема женщины. Конечно, во все эпохи существовали свои идеалы. Точно одно – женщина привлекала, привлекает и будет привлекать внимание художников. Картины с изображением женщины-матери, женщины-хранительницы очага, женщины-труженицы и музы были представлены вниманию посетителей. Образ женщины каждый художник выразил индивидуально, подчеркнув ее способность быть одновременно сильной и чувственной. Сегодняшнее мероприятие, оно просто уникальное. Это круглый стол, который посвящается образу женщины в искусстве, преимущественно в изобразительном искусстве. И здесь будут затронуты разные темы. Прежде всего будет основной как бы докладчик, который проследит женские образы в истории и изобразительного искусства. У посетителей выставки и круглого стола остались яркие впечатления от самобытности и многогранности работ художников. Елизавета Субботина рисует с 7 лет. Сейчас девушка учится на дизайнера в Карагандинском колледже экономики и статистики. Студентка второго курса вынесла для себя из этой встречи много интересного. Я учусь на художника, и такие выставки, на которые нахожусь сейчас я здесь, они повышают мой профессиональный уровень в художке, в рисовании. И здесь очень много картин хороших мастеров в хорошем исполнении. Участники круглого стола рассуждали о многогранности женского образа. У каждого ценителя искусства была возможность высказать свое мнение. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В клинике «Гиппократ» вновь прошел день открытых дверей. Женщины смогли бесплатно пройти обследование и получить консультацию гинеколога. На прием к женскому врачу пришли не только карагандинки, но и жительницы всех городов и сел области. Каждой женщине необходимо посещать гинеколога 2 раза в год. Так говорят врачи. Это должно стать обязательным мероприятием. Марина Кашуба узнала о дне открытых дверей в клинике «Гиппократ» из социальных сетей. Женщина пришла на прием не одна. Посетить женского врача она уговорила и свою маму. Я обратилась к маме своей. Хотела, чтобы она прошла. Сама сейчас прошла осмотр. Много очень желающих, и ну, я считаю, что это очень хорошие такие акции и очень полезные. Врачи очень обходительные, очень добродушные, очень, ну, в первую очередь, конечно, они квалифицированные настолько, что проблемы прям видят, ну, сразу рассказывают, без утаек. Возле женского кабинета выстроилась большая очередь. Осмотр у гинеколога важен для девушек, которые не имеют детей, но планируют завести их в ближайшее время. Врачи рекомендуют обращаться к гинекологу примерно за 3 месяца. Мы радуемся, когда приходят за 3 месяца и говорят, мы хотим беременеть. У нас сейчас проводится прегравидарная подготовка к беременности и мужа, и жены. И мы этому очень рады. Потому что мы таким образом снижаем преждевременные роды, мы снижаем риск развития нездоровых детей и так далее. Стаж работы Ирины Онгимах 37 лет. Врач отмечает, что за это время медицина значительно шагнула вперед. Благодаря новым технологиям, которые есть в клинике «Гиппократ», можно вовремя начать лечение и предотвратить последствия серьезных заболеваний. Во время гинекологического осмотра проверяется состояние здоровья женщин, а это важно в любом возрасте. Лариса Хусейнова, Толиген Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее. Всем любителям спорта хотим напомнить, что в Караганде состоится очередной баскетбольный матч. На этот раз соперники клуба «Астана» – команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдет в спорткомплексе «Жастар» 16 марта в 19:00. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Салбомстер.